ее. Путешествие – самое действенное лекарство от хандры. И закрытые границы новым впечатлениям не помеха. Привет, меня зовут Алексей Корзин. Его не пугают опасные маршруты, шокирующие обычаи и суровые испытания. Я путешественник, авантюрист и настоящий экстремал. Каждый день он отправляется в самые труднодоступные и мистические места планеты, чтобы рассказать невероятно интересные истории. Прямо сейчас на РЕН-ТВ! Сегодня в программе невероятные моторекорды и самые крутые байки планеты. Как мотогонщик установил мировой рекорд через 40 лет после своей смерти? И почему в Колумбии легендарного наркобарона Пабло Эскобара считают святым? Ледники-убийцы, смертоносные снежные оползни и айсберг размером с две Москвы. Чем опасны ледниковые озера? И что станет с планетой, если весь лед растает? Военные игры с Алексеем Корзиным. Развлечения для настоящих мужчин. Главное, чтобы костюмчик сидел. В США спецодежда пожарных оказалась опаснее огня. Что не так с формой американских огнеборцев? Зачем автоконцерн выпускает спецодежду для пьяных и сонных водителей? И как работают наборы для взрослых? Супер-еда для самых смелых. Американцы охотятся на цикад, а в Китае выращивают тараканов. Сладости и гадости из насекомых. Откуда такие вкусовые пристрастия? И зачем индийцы обмазываются коровьим навозом? Стройка века. Десятиэтажный дом за 48 часов и каменная цитадель за 4 месяца. Как собрать дом за 2 дня без лишних затрат и хлопот? И для чего в США особняк тащили через весь город? Смотрите прямо сейчас. Молодого спортсмена из Индии переехали 1222 мотоцикла. Это не жестокая пытка, а мировой рекорд. 23-летний каратист раньше Прадип Бабу выдержал на себе вес байка вместе с водителями и остался целым и невредимым. До этого предыдущий рекорд также принадлежал индусу. Его звали Ханши Гирибала. И количество проездов было 1001. По большому счету, это очень тяжелое мероприятие. Для этого нужно быть очень тренированным. И, соответственно, простой человек вряд ли выдержит больше там, 10-15 раз. Первые моторекорды зафиксировали еще в начале 20 века, сразу же после появления серийных байков. И хотя тогдашняя техника была не такая мощная, как современная, мировой рекорд скорости установили именно в те годы. Чуть больше полувека назад новозеландский гонщик Берт Монро разогнался на самодельном мотоцикле до 295 км в час. Этот результат не побит до сих пор. 20 лет он потратил на то, чтобы сделать своего скакуна известным мотоциклом, который мог быть самым мощным. Но у него на подобную модификацию не было, к сожалению, денег. Он работал ночами. Временами он использовал детали от велосипедов. Зачастую он переплавлял либо жестяные банки, либо уже брал какие-то детали от других мотоциклов. В это сложно поверить, но через 40 лет после смерти Монро установил еще один моторекорд. Сын гонщика обнаружил математическую ошибку в расчетах скорости отцовского заезда и попросил комиссию пересмотреть результаты. Выяснилось, что новозеландец ехал на 1,5 км в час быстрее. Сегодня мотоциклисты гонятся за количеством просмотров в интернете. Эффектные трюки приносят мировую славу. Такие кульбиты – большой риск, но байкеры уверяют, оно того стоит. Японский гонщик Масару Абе проехал 500 км на заднем колесе скутера. Бензин заливал в бак на ходу. Поездка длилась 13 часов без остановок. К концу дистанции от перенапряжения у японца онемели конечности. Он даже ненадолго ослеп. Многие известные мотогонщики-спортсмены ради того, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание, готовы устраивать самые безумные шоу, о существовании которых даже сложно представить. Австралийский каскадер Робби Мэдисон прославился знаменитой поездкой по океану по его волнам,
Мэдисон оседлал волну на байке. Специально для этого трюка спортсмен переоборудовал раллийный мотоцикл. На колеса установил понтоны, а на двигатель водонепроницаемую защиту. На это изобретение спортсмена вдохновила жена-лыжница. Я смотрел, как моя жена катается, и подумал, если лыжники могут кататься по воде на водных лыжах, то мотоциклисты тоже могут это сделать, только нужен водный мотоцикл. Тогда мне эта идея показалась глупостью, но я продолжил фантазировать с конструкциями и в конце концов воплотил ее. Пока трюк Мэдисона не осмелился повторить никто, а гонщик уже отрабатывает кульбиты на плавучем байке для новых видео. Мотоцикл, он покоряет все возможные стихии, и воздух, и воду, и, соответственно, землю. И этот спортсмен, который продемонстрировал всем возможность езды на мотоцикле по волнам, еще раз это подтверждает. В наши дни мотофристайл – официальная спортивная дисциплина. Но еще недавно на байках лихачили только преступники. В середине прошлого века в США появился незаконный мотоклуб «Ангелы Ада». Банды на двухколесном транспорте продавали оружие и наркотики, убивали и грабили. Тайные филиалы «Ангелов Ада» продолжают работать по всему миру. Полиция ничего не может с этим поделать. «Ангелы Ада» действуют под прикрытием мотосалонов и мастерских. Если байкеров удается застать на месте преступления, они тут же скрываются на мотоциклах. В 2001 году полиции удалось раскрыть один из филиалов благодаря двойному агенту. Но это только верхушка айсберга. Знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар тоже набирал в банду мотоциклистов. Байкеры на полном ходу расстреливали врагов картеля и скрывались с места незамеченными. Кокаиновый король питал слабость к двухколесному транспорту. Самые редкие и дорогие модели попадали в его личную коллекцию. Когда Эскобара начали преследовать, правительство приказало уничтожить все его имущество. Поэтому этот байк – единственное, что осталось из его коллекции. Эскобар и сам участвовал в гонках, правда, на автомобилях. Его заезды напоминали шоу. Наркобарон прилетал на трассу на собственном вертолете в сопровождении красивых женщин и вооруженных охранников. А его механики, помимо основной машины, готовили еще три запасных. При жизни у Пабло Эскобара было две страсти – футбол и автомобили. В его коллекции находилось более 100 экспонатов, 40 из которых были настоящими раритетами. Эскобару прочили блестящую карьеру гонщика. Первые 6 гонок принесли ему 2-е место в турнирной таблице. Рекордный результат для новичка. Говорили, что успехов в спорте барон добивался преступными методами. У Эскобара были весьма изощренные методы борьбы со своими соперниками. Я не говорю ни о бомбах, ни о каких-то подкладах. Здесь речь идет о том, что известно, что он буквально подкупал полицейских, которые либо на старте останавливали участников гонок, либо уже в середине гонки. Масштабная торговля запрещенными веществами и громкие преступления с сотнями человеческих жертв не помешали Эскобару стать национальным героем Колумбии. Наркобарона прозвали Робин Гудом криминального мира. Пабло Эскобар был крайне противоречивой личностью. С одной стороны, его даже любили за то, что он оказывал поддержку тем, кого, по его мнению, ущемляло правительство. В Колумбии до сих пор можно увидеть надписи на стенах «Святой Пабло». Эскобар раздавал деньги беднякам и строил целые кварталы для бездомных. Поддержка простого народа помогла преступнику несколько лет скрываться от полиции в колумбийских джунглях. Однако не стоит забывать, что Пабло Эскобар был хладнокровным убийцей, который не останавливался ни перед чем, чтобы заработать свои миллиарды. После смерти Эскобара его имущество распродали на аукционе. Недавно выставили на торги любимый спорткар колумбийского наркобарона. Авто за 160 миллионов в пересчете на рубли приобрели для частной коллекции. Владельцы крупнейшего музея мотоциклов в мире купили точную копию любимого байка «Кокаинового короля». Самая большая коллекция дорогих мотоциклов принадлежит Джорджу Барберу. Она находится в Америке. В коллекцию входит более 1400 мотоциклов, только 700 из которых демонстрируются в 5-этажном доме, оформленном под музей, площадью 13 тысяч квадратных метров. Музей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция мотоциклов.
принадлежащее одному человеку. Джордж Барбер – бывший чемпион по гонкам на суперкарах. За свою карьеру спортсмен одержал 63 победы в трековых заездах, а после выхода на пенсию осуществил мечту детства. Начал коллекционировать мотоциклы. Важно отметить, что 99% всех мотоциклов коллекции Джорджа на прекрасном ходу. Те мотоциклы, которые требовали восстановления, были установлены с использованием только оригинальных запасных частей. Соответственно, страсть владельца не имела границ, и все мотоциклы находятся в прекрасном состоянии. Это очень достойно. Экспонаты из коллекции Барбера постоянно участвуют в заездах ретро-мотоциклов. Американец собрал команду гонщиков и завоевал 7 чемпионских титулов на соревнованиях в США. В каждой стране существует своя система подготовки бойцов. Например, в Китае новобранцев заставляют голыми руками ломать кирпичи и деревянные бруски. А южнокорейские вояки с легкостью ломают мраморные плиты. Но солдат должен быть готов не только физически, но и психологически. Для этого существуют военные игры. Огонь! То есть история такая, что мы не знаем, откуда появится наш противник, и поэтому нам нужно держать круговую оборону. Соперники у нас очень серьезные, это подготовленные люди, которые провели не один год в спецподразделениях. Попробуем сегодня оставить наш флаг нетронутым. Солнце слепит глаза, дышать достаточно тяжело. Для того, чтобы сбить противника с толку, я буду использовать дымовые шашки. Все, хорош. Хорош, закончили! Сдаемся! Это вообще ад. От Антарктиды откололась гигантская льдина размером с две Москвы. Ледяная глыба площадью более 4000 квадратных километров ушла в свободное плавание от западного берега моря Уэддала и стала самым большим айсбергом в мире. Климатологи бьют тревогу. Айсберги отходят от Антарктиды и Гренландии с пугающей частотой. Причина – глобальное потепление. Ледники тают во всем мире. Уровень мирового океана увеличивается с рекордной скоростью. По подсчетам ученых, если весь лед на планете растает, вода поднимется почти на 70 метров. Последствия здесь действительно будут очень катастрофические для планеты, для человечества в частности, потому что островные государства могут уйти под воду, такие как Япония, Голландия. Многие мегаполисы, которые находятся в непосредственной близости к большим водным объектам, ну, к океану, скажем так, Нью-Йорк, Сингапур, Санкт-Петербург, могут быть затоплены и уйти под воду. О, черт! На Аляске глыба льда чуть не убила двух каякеров. Огромный ледник Спенсера раскололся, рухнул в море и поднял трехметровую волну. Туристы чудом спаслись. Джош Бастер признается, смертельная опасность не повлияла на его страсть к экстремальным путешествиям. Спустя пару недель мужчина снова отправился к ледникам. Нас накрыло осколками. Мы насквозь промокли и едва не перевернулись. Жена много раз предупреждала меня не подплывать слишком близко к леднику. Но, если честно, это было самое крутое, что происходило в моей жизни. Жители индийского штата Уттаракханд встреча с глыбой не обрадовались. В феврале с Гималаев сошел ледник, разрушил плотину гидроэлектростанции и вызвал наводнение. Тысячи людей лишились домов, сотни погибли. Вообще, такие природные явления, как разрушение ледников, таяние, исход лавин, по своим последствиям, по мощности, в принципе, можно сопоставить с такими природными катастрофами, как извержение вулканов, цунами, землетрясения.
Сход лавины с камнями и грязью произошел из-за большого количества осадков. Гималайский ледник попросту подмыло. К спасательным работам привлекли сотни волонтеров, полицию, армию и военные вертолеты. Спустя 2 месяца история повторилась. Вторая лавина унесла жизни 11 человек. Гармадонская трагедия. Что спровоцировало сход ледника? Почему некоторые исследователи обвиняли в катастрофе погибшую съемочную группу? И зачем жители Исландии устраивают похороны ледникам? Смотрите сразу после рекламы. Ледяные оползни Гималаев угрожают не только индийцам. По другую сторону горного хребта находится Пакистан. Там люди тоже живут как на пороховой бочке. Представляете, как мне повезло. Я тут уже целую неделю брожу по Гималаям, а оказывается, что с той стороны гор в Индии сошел гигантский ледник. 125 человек пропали без вести. Затопило целую долину. А ведь и эта махина в любой момент может двинуться вниз. На территории Пакистана находится около 7 тысяч ледников. Это больше, чем в любом другом месте планеты, за исключением полюсов. В 2010 году гигантский ледяной оползень заживо похоронил деревню Аттабад и перекрыл реку Хунза. Назим Улабаек потерял в этой трагедии свою сестру и 2 племянников. Это произошло ночью, когда все спали. 26 домов накрыло ледяной жижей с грязью. 20 человек погибли. Теперь на месте деревни огромное ледниковое озеро. За последние годы в высокогорных районах Пакистана появилось больше 3000 таких озер. Из-за регулярных оползней ледниковые водоемы растут. Более 7 миллионов пакистанцев живут в зоне возможного катастрофического затопления. Власти страны обещали запустить систему оповещения об угрозе схода ледников еще к 2018 году, но до сих пор даже проекта нет. Эксперты объясняют, спрогнозировать ледяной оползень практически невозможно. Впервые за 11 тысяч лет растаяли ледники Килиманджаро. Эльбрус, Эверест и даже Тибет постепенно теряют снежные шапки. На вершинах гор оттаивают тонны мусора, альпинистское снаряжение, консервные банки и упаковки. В 2017 году на леднике Монблана оттаяло 3 погибших. Их нашел во время восхождения один альпинист. По оценкам экспертов, тела пролежали подо льдом больше 20 лет. Рядом с телами нашли документы. Оказалось, это останки немецких скалолазов. Погибшим альпинистам было чуть больше 20 лет. Год назад на вершине Монблана француз Тимоти Матин обнаружил обломки самолета, пожелтевшие фотографии и подборку газет 1966 года. Эти вещи принадлежали пассажирам индийского самолета. 24 января 1966 года он летел из Бомбея в Женеву и врезался в Монблан. Погибли все, кто был на борту. 117 человек. Самой удивительной альпийской находкой остается тело древнего человека, который жил больше 5000 лет назад. В 1991 году на подтаявшем леднике Симелаун альпинисты обнаружили старейшую мумию в Европе. Из-за холода останки отлично сохранились. Ученые выяснили, что мужчина занимался скотоводством. Умер от стрелы, а за несколько часов до гибели ел мясо горного козла. На месте находки ледяного человека установили 4-метровую пирамиду из камней. Мумию исследуют до сих пор. В Перу больше года ищут пропавших без вести вблизи ледника Салкантай. В феврале 2020-го в результате схода ледяного оползня десятки людей накрыло грязевым потоком. Это произошло неподалеку от знаменитого потерянного города инков Мачу-Пикчу. Год назад в районе Мачу-Пикчу затопило 15 деревень. От ледника Салкантай откололась глыба в 400 тысяч кубометров льда. Все это рухнуло в озеро, вода вышла из берегов и затопила окрестности. Удивительно, но после трагедии с ледниковым оползнем желающих посетить древний город инков стало больше. Власти ограничивают потоки туристов в Мачу-Пикчу, пугают сходами лавин и землетрясениями. Но путешественников опасность только привлекает. Похожая ситуация наблюдается у ледников Исландии. Местные жители регулярно собираются на побережье океана в надежде увидеть, как разрушаются многотонные гиганты. Даже устраивают тающим глыбам так называемые похороны. О собственной безопасности не думают. 2 года назад, во время церемонии прощания с ледником, десятки туристов чуть не погибли. Гигантская волна от рухнувшего айсберга накрыла берег. Повезло, они вовремя среагировали, просто бегом убегали вверх в горы, чтобы их не смыло. Если бы вовремя не убежали, просто бы смыло в это озеро, и не факт, что оттуда смогли бы еще и выплыть.
Самые бесстрашные экстремалы устраивают прогулки по леднику Колумбия на Аляске. Скорость таяния льда здесь самая высокая в мире. Ежегодно ледник отступает примерно на 35 метров и регулярно идет трещинами. Самый знаменитый ледник нашей страны – Колка. Он сошел 20 сентября 2002 года и унес жизни 23 человек из основной съемочной группы Сергея Бодрова. Обстоятельства трагедии до сих пор волнуют поклонников актера. За годы в СМИ появлялись разные версии. Одни утверждали, что виноваты силовики. Якобы в это время они проводили спецоперацию на границе Северной Осетии и Ингушетии. Стрельба спровоцировала сход лавины. Но ученые уверяют, у трагедии совсем другие причины. Лавину спровоцировал вулкан Казбек. По геологическим меркам Казбек и Колка находятся совсем рядышком. Практически ближайшие соседи в одной маленькой хрущевке. Если какие-то волнения есть под Казбеком, то они, соответственно, есть и под Колкой. И было еще мнение сразу после катастрофы, что взрывы, которые были во время съемок, также оказали определенное влияние на сход ледника. Версию отклонили ученые. Пиротехника не могла спровоцировать трагедию подобного масштаба. Для схода льда нужно стрелять из специальных пушек и в определенные точки. Поклонники Бодрова отказывались верить в гибель кумира и выдвигали фантастические версии спасения. По одной из легенд, Сергей инсценировал свою смерть, якобы чтобы спрятаться от бандитов. В историю о брате, который сбежал со всей съемочной группой, никто не поверил. Некоторые считали, что актер чудом спасся, потерял память и теперь живет под другим именем в одном из труднодоступных горных аулов. В прошлом году Кармадон занял первое место по посещаемости. Пешие маршруты по ущелью стали самыми популярными у туристов и альпинистов. Форма, которая убивает. Ученые из американского университета Нотр-Дам сделали шокирующее заявление. Материал, из которого шьют спецодежду для пожарных, содержит токсичные компоненты. При высоких температурах они выделяют ядовитые пары, которые вызывают рак легких. Раньше мы думали, что большой процент заболеваемости связан с тем, что пожарные вдыхают дым от продуктов горения. А оказалось, что виновата форма. После скандального исследования профессора Пизли американские компании приостановили производство спецодежды для пожарных. В России такая же форма абсолютно безопасна. Артур Михайлов – прапорщик внутренней службы МЧС. По его словам, качественное обмундирование каждый день спасает ему жизнь. Любая одежда пожарного, значит, входит вообще в себя. Это брюки, это куртка, соответственно, это ремень. Находясь в условиях плотного задымления, можно удариться где-нибудь головой, соответственно, каска нас защищает. Также у нас есть краги, в которых мы работаем, чтобы не пораниться, и подкастник, который защищает открытые участки тела, чтобы мы могли работать при высоких температурах. Пожарный – одна из самых опасных профессий в мире. Тем не менее, количество трагических случаев на службе с каждым годом сокращается. Дело в том, что в последнее время уровень подготовки сотрудников МЧС значительно вырос. К тому же стала намного качественнее экипировка пожарного расчета. Современные пожарные комбинезоны изготавливают с применением новейших технологий. Многослойная ткань предохраняет от воздействия огня и высоких температур. Большой шлем с широким воротником надежно защищает шею. А маска, подключенная к баллону с кислородом, позволяет пожарному не отравиться продуктами горения. Но так было не всегда. В средние века у борцов с огнем не было специальных костюмов. Мало того, в большинстве стран не существовало централизованной пожарной охраны. Власти европейских городов выпускали различные противопожарные законы и декреты, но население их, как правило, игнорировало. Именно поэтому Лондон, Лиссабон и Эдинбург сгорали дотла, причем не один раз. В России чаще всего от огня страдали Новгород и Москва. Профессиональные пожарные команды появились в нашей стране в 17 веке, а пожарная форма только 200 лет назад. Представляете, раньше огнеборцы носили простые куртки и брюки из плотной ткани. Из такой же ткани делали и пожарные рукава. Отсюда и название – рукав.
Если верить легенде, у каждого пожарного в России были большие усы. Причем отращивали их специально, чтобы затыкать ими нос и спасаться от едкого дыма во время тушения пожара. Специальное обмундирование ввели только в 19 веке. Причем тогда основное внимание уделяли не удобству или безопасности костюма, а его красоте. Например, брандмейстер носил темно-зеленый полукафтан, парадные шаровары, хромовые сапоги, золоченую каску с армейским гербом и шпагу. Звучит невероятно, но в некоторых странах вместо высокотехнологичных спецовок до сих пор используют старое обмундирование. Немецкие стражи порядка, к примеру, вспомнили наследие предков и облачились в рыцарские кольчуги. Они защищают полицейских во время стычек с мигрантами, которые нередко пускают в ход ножи. А некоторые считают, что рыцарские доспехи – это еще и отличная защита от коронавируса. Эй, парень, надень маску. Видишь, я в маске. В разгар пандемии люди по всему миру защищались от вируса кто во что гораст. Конечно, большинство надевали медицинские маски и перчатки. Но есть и такие, кто подошел к решению проблемы с юмором. Супружеская пара из Бразилии гуляет по пляжу только в скафандрах. В британском Эссексе в супермаркете посетители сняли покупателя в костюме из латекса. Он уверял людей, что это лучшая защита от COVID-19. «Я чудак в латексе из Эссекса. Куда бы я ни пришел, люди обращают внимание на меня. Но в таком наряде коронавирус мне не грозит. Поверьте». Свое настоящее имя этот человек тщательно скрывает от прессы. На самом деле, в необычную спецодежду, так он называет свой костюм, молодой человек впервые нарядился еще 7 лет назад. Вышел на улицы и стал собирать деньги на лечение людей с психологическими отклонениями. «Я забрался в эту клетку, потому что людям стало неинтересно смотреть мои видео. Но я стараюсь не для себя. Я стараюсь для тех, кому нужна реальная помощь, но все предпочитают отворачиваться от них. Мы все слегка безумны, а наш мозг – это наша клетка, о которой мы ничего не знаем». Потом местная достопримечательность неожиданно исчезла и появилась снова в разгар пандемии. «Я уверен, что именно во время локдауна людям особенно нужна психиатрическая помощь. Даже обычному человеку в четырех стенах непросто. А когда у тебя и без этого проблемы с головой, тебе еще сложнее. Ну и те, кто меня встречают, улыбаются. Тоже ведь хорошо». А бельгийский художник Ален Вершуерен надел на голову аквариум. Теперь он местная достопримечательность. Его фотографируют на улицах и берут интервью журналисты. «Спасибо, приятель». На самом деле, эта идея пришла ему в голову много лет назад. Когда Ален был в Тунисе, у него обострилась астма. Но только с началом пандемии он решил воплотить эту идею в жизнь. Тем более, что в Бельгии без маски запрещено выходить на улицу. Интересно, что аквариум на голове художника – это, по сути, мини-теплица с растениями. Он посадил там зелень, чтобы она очищала воздух, которым дышит человек. Изначально о защите от вируса он даже и не думал. Говорит, хотел сделать нечто вроде своей вселенной, в которой можно спрятаться от мира. В тот момент эпатажный художник даже не догадывался, что с началом пандемии его изобретения натянут на головы десятки людей. Правда, большинство сделали это ради лайков в сети. Однако и самому автору нелепой защитной маски это популярности прибавило. «Я называю это социальным проектом. В таком виде очень сложно контактировать с окружающими. Но самое удивительное, что именно с появлением этой маски со мной стали общаться все подряд». «Добрый день». «Добрый. Вы решили заговорить именно со мной? Хотите фото?» «Да». «Ну, конечно». Ален не первый, кто догадался привлечь внимание с помощью необычного наряда. Такими фокусами грешат даже крупные корпорации. Один из производителей автомобилей совместно с инженерами немецкого института Майер Хеншеля разработали специальный костюм, который имитирует похмельный синдром у человека. Так автоконцерн борется с пьяными водителями на дорогах. «Головокружение, головная пульсирующая боль и трудности концентрации внимания. В очках имеется световая лампочка, которая светит глаза и тем самым создает эффект светобоязни. В наушниках создается акустический эффект головной боли». Костюм весит 17 килограммов, поэтому человеку в нем очень непросто передвигаться. Журналист Анна Юнкер примерила антиалкогольный наряд. Терпения хватило всего на 10 минут. «Это было просто ужасно. В глазах мелькает свет, ужасно болит голова. Я еле могла просто стоять на ногах.
Не представляю, как в таком состоянии садиться за руль. Это не первая попытка известного автоконцерна разработать спецкостюм для водителей. Несколько лет назад инженеры компании придумали так называемый «сонный скафандр». Его цель – показать, как чувствует себя человек, который уснул за рулем. На человека надеваются утяжелители, достаточно тяжелые, специальные очки, которые полностью блокируют зрение, тем самым как бы имитируя состояние полусна. То есть человек практически ничего не видит, он не может шевелиться. Этот костюм имитирует последние секунды жизни водителя перед ДТП. Далеко не все спецкостюмы выпускают для защиты человека. Эту новинку дизайнеры из Тайваня придумали скорее для расслабления. В сети изобретение уже прозвали набором для взрослых. Причем особым спросом он пользуется у людей с ограниченными возможностями. За большинством парализованных людей присматривают родственники или сиделки. Люди стыдятся обсуждать с ними свои интимные потребности, а этот костюм помогает решить проблему. Человеку нужно только надеть его, и все случится само собой. Костюм состоит из специальной накладки на тело. Она стимулирует эрогенные зоны человека и маски со встроенными наушниками. Весь сеанс в них звучит приятная музыка. Управлять этим набором можно с помощью пульта. Но самое интересное, что после того, как пользователь добьется желаемого результата, костюм не отключается. Он имитирует объятия, создает давление в области плеч и живота. Америку атакуют цикады. Миллиарды насекомых очнулись после 17-летней спячки. Теперь в восточных штатах их полчища повсюду. На домах, автомобилях, дорогах. Люди жалуются на постоянный шум. Спать невозможно. Ученые просят не разводить панику и не отравить насекомых, а просто ждать. К концу июня цикады сами по себе исчезнут. У цикад особый жизненный цикл. Они вылезают из-под земли только раз в 17 лет. При этом взрослые особи живут всего около 3 недель. Самцы умирают сразу после спаривания. Самки, как только отложат яйца. В следующий раз мы увидим подобное нашествие только в 2038 году. Цикады не опасны для людей и не вредны для растений, как, например, саранча. Поэтому не стоит их бояться. Правда, не все американцы недовольны редким явлением. Многие жители США в восторге, ведь они едят этих насекомых. Поэтому для них такое нашествие, как сезон охоты. Из цикад делают суши и тако, жарят в масле и запекают на углях. Саймон Лабазетта собирает цикад для местной кондитерской фабрики. Там из насекомых делают шоколадные конфеты. Цикады – настоящий деликатес. В нашем штате их называют горным лобстером или попкорном. В интернете полно рецептов, как приготовить цикад. Я больше всего люблю варить цикад с диким чесноком. Некоторые едят их в сыром виде. В 100 граммах мяса цикады около 40% суточной нормы белка. При этом это низкокалорийная пища. Лишние килограммы от такого шашлыка или сладостей не наберешь. Поэтому доморощенные диетологи в сети активно делятся рецептами блюд этих гигантских кузнечиков. Людей, которые поедают насекомых, называют энтомофагами, и их миллионы. В некоторых странах подобная пища – часть национального меню. В Таиланде особенно популярны сверчки, в Корее – шелковичные черви, в Китае – скорпионы и тараканы. Готовят везде по-разному, чаще всего жарят. Ли Яронг выращивает тараканов для фармацевтов. Если лишить таракана конечностей или усов, он отрастит их за несколько дней. Я верю, что если регулярно есть тараканов, организм человека тоже будет восстанавливаться. К тому же они действительно вкусные. Жареные тараканы – еда долгожителей. В этом в Поднебесной не сомневаются. Из вредителей готовят настойки, лечебные порошки и косметику. Особенно популярны сегодня так называемые суперфуды – продукты с максимальной концентрацией полезных веществ. Мюсли с личинками, батончики из кузнечиков. Подобные пищевые новинки появляются на рынке каждый день. Производители уверяют, от такой еды не поправишься, зато она укрепит иммунитет. Вот только, по словам экспертов, пища как одежда, у нее тоже есть своя мода. О каких продуктах мечтали кулинарные модники 2000-х? Почему иностранцев выворачивает наизнанку от индийского суперфуда? И для чего калмыки кладут в чай пельмени? Смотрите сразу после рекламы. В начале 2000-х никто не слышал о всяких смузи и прочих изысках. Все сходили с ума по ягодам годжи. В Калмыкии уже много лет суперфудом считают традиционный чай с молоком. Калмыцкий чай, наверное, один из самых странных напитков, о которых я слышал. Кто-то называет его монгольским, кто-то киргизским. На самом деле это зеленый чай с молоком и маслом.
Только добавляют в него не сахар, как мы привыкли, а соль или вообще перец. По легенде, впервые его начали готовить таким образом монголы. Во время завоевания Китая они приняли эту традицию от китайцев. Только готовить его начали по-своему. Для калмыков и других кочевых народов традиционный чай – это и напиток, и еда, и лекарство. Его пьют при отравлениях, заболеваниях желчного пузыря и просто как общеукрепляющее средство. Говорят, он даже от похмелья избавляет. Конечно, самостоятельно приготовить его я не смогу. И в этом мне поможет Хонгар, главный специалист по приготовлению калмыцкого чая. Привет, Хонгар! Перемешивать чай нужно строго по часовой стрелке, то есть по ходу солнца. После того, как напиток закипел, в него добавляют соль и молоко. Молоко сюда добавляют любое – коровье, овечье, козье. Но по классическому рецепту это молоко кобылы или верблюда. А еще добавляют мускатный орех, лавровый лист, масло или бараний жир. Звучит, конечно, устрашающе, но мы попробуем. Из-за большого количества ингредиентов калмыцкий чай часто сравнивают с супом. В Монголии в него иногда добавляют мясо или пельмени. Один лист лаврового листа. Опа. Перемешиваем. Угу. Так. Запах начинает меняться с каждым ингредиентом, который мы туда кладем. Это очень любопытный процесс, я бы сказал, увлекательный. А да? Теперь начинаем переворачивать чай ковшиком вверх-вниз. Это называется по-калмыцки самырхэ. Насыщать чай кислородом. Вот сейчас мы начинаем насыщать чай кислородом, и я слышал, что нужно это сделать 99 раз. Правильно. Поэтому уже начинаем считать. Да. А раз... Девяносто девять. И все. Все. Больше нельзя. Иначе калмыцкий чай готов? Очень. Финальный штрих – масло или бараний жир. Его добавляют по вкусу, чтобы напиток окрасился в золотистый цвет и стал еще сытнее. Калмыцкий чай – настоящий природный энергетик. Какой сытный. А еще в нем полно витаминов. Он придает тонус и укрепляет кости. А еще калмыцкий чай очень полезен для девчонок. Он улучшает кожу и волосы. Выпил одну такую чашку, и запросто можно отменить визит к косметологу. В Индии местные жители вместо лекарств пьют коровью мочу. Индийцы верят, этот напиток даже от коронавируса вылечит. Мочу фильтруют, выпаривают и смешивают с молоком или травяным отваром. В Дели устраивают так называемые антиковидные вечеринки. Главное блюдо в меню – чудо-напиток. Чай из мочи, кофе, обжаренный на коровьей лепешке, антисептик на основе навоза – все это якобы спасает от инфекции. Индийцы обмазываются коровьими экскрементами, делают зарядку и молятся. Целебные свойства фекалий священных животных верят даже власти страны. При этом Индия бьет рекорды по количеству заболевших ковидом. Специалисты предупреждают, такие суеверия опасны для жизни. Недавно ботаник Джеймс Вонг опубликовал фото ягодного напитка, украшенного белым цветком нарцисса. Рецепт коктейля он нашел на странице кулинарной книги о здоровом питании. Вот только оказалось, что растение ядовитое, вызывает тошноту, диарею и судороги. Мало кто знает, но в Тверской области находится самая большая система болот в Восточной Европе. Без местного провожатого сюда лучше не въезжать. До сих пор здесь пропадают незадачливые туристы и тонет техника. Оршинский лесоглиф, пожалуй, одно из самых странных и пугающих достопримечательностей Тверской области. На карты этот участок был нанесен еще в 19 веке. С высоты птичьего полета аномалия видна невооруженным взглядом. Полоса мертвого леса образует идеально ровный круг. Что удивительно, мертвый лес не гниет. Местные обходят эту территорию стороной.
Говорят, что люди, животные и птицы, попавшие сюда, теряют координацию и чувство времени. Однако специалисты придерживаются другого мнения. Уровень земли в пределах Ходжинского лесоглифа на полметра ниже, чем всей остальной местности. Это говорит о том, что когда-то давно здесь упал метеорит. Десятиэтажный дом за 48 часов. Индийские строители установили новый мировой рекорд по скорости возведения зданий. Над проектом трудились 300 рабочих и 24 инженера. Сооружение весит 200 тонн и, как уверяют инженеры, простоит не меньше 600 лет. Дом назвали Инстаконом, и он уже попал в книгу рекордов. Для Индии, как для региона, наверное, такое скоростное строительство, оно вполне актуально. Опять же, отработав, например, какие-то узлы, детали на одном здании, вы можете проектировать следующий, ориентируясь на уже разработанные решения. Типовые дома и раньше возводили довольно быстро. Мировая пандемия заставила строителей еще ускориться. Инженеры из Китая разработали проект госпиталя на 100 коек. Говорят, отстроят за 10 дней. В марте прошлого года такая больница уже появилась в Ухане. Здание собирали как детский конструктор. Все детали заготавливались где-то на производстве, они подвозились на стройку и на стройке просто монтировали. Еще полвека назад о таких темпах строительства даже не мечтали. Сегодня из готовых заводских блоков любую высотку можно собрать всего за несколько дней. По сути, эта технология от возведения советских хрущевок мало отличается. Просто вместо бетонных стен на производстве льют целые секции. Модули со встроенной проводкой, системой труб и вентиляцией. На месте остается только собрать детали. Именно так в Поднебесной за 19 дней смастерили 57-этажный небоскреб «Небесный город». Над ним трудилось 1200 рабочих, и они трудились со скоростью 3 этажа в день. Поэтому им очень быстро удалось построить это здание. И здание, на самом деле, построили они огромное, на 800 квартир и на 4000 мест для рабочих. Еще одна новинка в строительстве – 3D-печать. Ее тоже первыми использовали китайцы. Теперь применяют во всем мире. Недавно в Дубае появилось крупнейшее напечатанное здание на планете. Застройщик – компания из Бостона. Площадь сооружения 650 квадратных метров. Гиганта отстроили за пару недель. Когда они его строили, они столкнулись с различными трудностями, потому что они строили, в принципе, уже много домов в разных местах на планете, но в Дубае достаточно жаркая погода, поэтому им пришлось использовать определенные материалы, которые жароустойчивы. Раньше напечатанные дома делали из специальной песочной смеси. Для Дубая изобрели материалы из цемента и гипса. Для жаркого климата он подошел идеально. Белый цвет стен отражает солнечные лучи, и поверхность почти не нагревается. Поэтому даже в жару в таком доме кондиционер не понадобится. В здании разместили местный муниципалитет. Сотрудники довольны. Сам материал, с которого печатают, он играет, конечно, я думаю, большую роль. Да, потому что он должен не только в итоге-то и сам выдерживать те климатические условия, в которых строится здание. Принтер уедет, а материал останется. Для Дубая не подходили технологии, пригодные там даже для Калифорнии. Американец Джейсон Баллард посвятил всю жизнь поиску решения жилищного вопроса. Объездил весь мир и открыл компанию по печати 3D-домов. Привлек спонсоров, нанял известных архитекторов и помог тысячам бедняков обзавестись жильем. Такие районы уже появились в Боливии, Гане и некоторых американских штатах. Еще 2 года назад 3D-дома, которые я видел в других компаниях, были похожи на хижины гномов. Мы разработали действительно полноценный дом с 2 комнатами, кухней, санузлом и террасой, который строится за 2 дня и за 4000 долларов. Самая быстрая стройка средневековья – 4 месяца. И это не скромная лачуга, а каменная цитадель, которая до сих пор украшает турецкую столицу.
Как ее удалось так быстро построить? Какие проекты разрабатывают современные инженеры? И для чего в США особняк тащили через весь город? Смотрите сразу после рекламы. Если бы рекорды скорости строительства фиксировали в средние века, Румельская крепость оказалась бы на первых строчках чарта. Форпост возвели в 1452 году. Это был самый масштабный проект своего времени. 1000 квалифицированных мастеров и 2000 разнорабочих. Даже сегодня такие сооружения возводят по несколько лет. Для защиты города от атак с моря по приказу Мехмеда-завоевателя в самой узкой части Босфора построили Румельскую крепость. Местные сразу прозвали ее Боас-Кесен, что означает «перерезающее горло». Когда смотришь на этот мощный форпост, в голове не укладывается, как его могли построить всего за 4 месяца. После падения Константинополя крепость стала таможенным пунктом. В 16 веке здание пострадало от землетрясения, но форпост быстро восстановили. Еще через 200 лет там открыли тюрьму. Сегодня мощные каменные цитадели не строят. Напротив, современные инженеры разрабатывают дома из легких и дешевых материалов. В Нидерландах придумали здание-конструктор из прочных деревянных рам. На сборку уходит один день. В таком жилье есть все необходимое. Кухня, ванная, спальня и гостиная. Дом оснащен панелью на солнечных батареях. Это дает возможность не привязываться хотя бы частично к инженерным сетям городским. Не привязаны к электрике, мы можем эти дома поставить там, где просто у нас есть место. Поэтому солнечная батарея, конечно, придает дому такую мобильность. Проходите, это мой новый дом. Моя уютная гостиная. Вот тут кухня. Кармен недавно развелась и осталась без жилья. Денег на полноценную квартиру не было. И такой сборный дом стал для нее идеальным решением. Этот дом помог мне начать новую независимую жизнь. В нем было все, что нужно, от туалета до посудомойки. Конечно, невероятно. В понедельник я оплатила строительство дома, а во вторник уже завезла в него мебель. Житель Сан-Франциско со своим старым домом не захотел расставаться даже при переезде. Купил землю в другом районе и отправился туда вместе со своими старыми хоромами. Перевез двухэтажный особняк 19 века на новое место. Это обошлось владельцу в 400 тысяч долларов, почти 30 миллионов рублей. Особняк тащили на огромном прицепе. По маршруту предварительно подпилили ветви деревьев, убрали дорожные знаки, провода и автомобили с парковок.